скоро начало нового учебного года. Тысячи ребят пойдут в школы, проведя лето в лагерях отдыха у бабушек и дедушек, беззаботно играя во дворах. У детей притупились внимательность и осторожность. Не случайно ГАИ Республики накануне учебного года проводит специальную акцию «Внимание, дети». Об этом напоминает госавтоинспектор, капитан милиции Андрей Искра. С 25 августа по 5 сентября текущего года на территории Республики Беларусь будет проходить специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Данное мероприятие проводится с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. В данный промежуток времени водители должны двигаться с включенным ближним светом фар. Также на территории Гродненской области в текущем году произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, при которых пострадало 24 ребенка. В данное время сотрудники ГАИ будут проводить комплексные мероприятия, будут нести службу поближе к учебным заведениям, где будут рассказывать детям, показывать, как правильно переходить проезжую часть. Также хотим напомнить участникам дорожного движения, водителям, что о правилах перевозки детей нужно использовать детские специальные устройства, бустеры, кресла при перевозке. Будет особое внимание уделяться этому. Также родители должны показать своим детям, как правильно переходить проезжую часть, показать наиболее безопасный маршрут движения в школу и из школы.